Hello, привет! You are listening to the podcast Russian Verbs, where once a week I offer you a new Russian verb with all the forms and variations of the usage of these forms in the sentences. You are the beginner? You can repeat the forms and sentences after me. Or maybe you speak Russian very well? You can translate sentences and write your variants of usage of the verb. The verb for today will be сомневаться. In English it means doubt. Can you answer on the question? Вы часто сомневаетесь в себе? If you already have the answer on this question, please write it in the comment. If not, continue listening. Сомневаться. Можете не сомневаться в своем успехе. Present tense. Я сомневаюсь. Ты сомневаешься. Он сомневается. Она сомневается. Мы сомневаемся. Вы сомневаетесь. Они сомневаются. Я нисколько не сомневаюсь в себе. Если сомневаешься, не делай. Сейчас никто не сомневается, что интернет – это сила. Она как будто сомневается, сможет ли все успеть. Мы часто сомневаемся и не верим людям. Почему вы сомневаетесь в моих словах? Ученые не сомневаются, что найдут лекарство от всех болезней. Past tense. Он сомневался, она сомневалась, они сомневались. Он ни секунды не сомневался в выборе. Она сомневалась, нужно ли ехать. Многие сомневались в правильности этого шага. Future tense. Я буду сомневаться. Ты будешь сомневаться. Он будет сомневаться. Она будет сомневаться. Мы будем сомневаться. Вы будете сомневаться. Они будут сомневаться. Я буду сомневаться до тех пор, пока не увижу своими глазами. Сколько еще ты будешь сомневаться? Он не будет сомневаться во всем и всегда. Мать никогда не будет сомневаться в своем ребенке. Не будем сомневаться, что добро в результате победит. Вы будете сомневаться и проверять каждое мое слово? Скептики будут сомневаться постоянно. That were all the tenses of Russian language. In the end, I usually give you the imperative. Ты сомневайся, вы сомневайтесь. Даже не сомневайся. Не сомневайтесь, вы сможете говорить по-русски. That's all for today. Next Monday will be new verb, new forms and new phrases. And stop сомневаться in your Russian language. Continue listening the podcast Russian Verbs. Good luck! By the way, tell other people about the podcast on social media, so more people will speak Russian language. Пока-пока.